для регулируемого перекрестка выбираем место для остановки. Полосы только направо ехать можно. Ну там уже не было. Ну как не было? А наверх смотреть кто должен. А там разве было направо? Конечно. Это у меня, по-моему. Что у тебя? Вибрирует. Я телефон? Все эти, ага. Поехали, тут нельзя останавливаться. Потому место что для разворота. Это этот. Что это? Там как их называется? Там слишком, ну на поворот, да, просто, потому что. Нет. А почему там нельзя? Ну, разворачивайся. Сейчас после него ведь можно? Наверное. Крути руль, поехали. Чё ты, ладно. Сама кто будет решать? Тебе же ездить. Так, поехали, это... нету никого. Ага. Левый ряд перестройся. Что ты сверху видишь? Ну, блин, уже не по полосам. У нас прямо там налево, там направо. А, там тоже, да? Вообще не видела. Место для разворота выбирай. Вот здесь можно было. Пешеходном переходе? Сразу за ним. Ну, то есть мне нужно. Но он налево, видишь? А-а-а. Есть заезд. Вон. Левый поворот не включай. Где здесь, да? Вон, где машина выезжает. Протяни А-а-а. Еще чуть-чуть вперед. Ой, смотри, впереди красный загорелся. Да. Больше ты его на него не, да? Смотри уже, конечно, на дорогу смотри. Что ты крутишь вправо, влево, а смотришь на него. Что изменится от этого? И едешь причем. А может человек пойдет, ты его, блин, задавишь. Будешь смотреть на него. Знаки какие видишь сверху? А? Вот этот знак пусть. А, вот теперь вижу, например. Движение направо, здесь движение прямо. Какой знак видишь? Направление, остановка запрещена. Ага. Ну вот, она здесь начинается. А где ты остановилась? Ой, я вообще там сейчас покажу. Ну, мы уже поняли, что здесь нельзя все равно останавливаться нигде. А, вот здесь, а здесь тоже нельзя, да? Нет. Здесь тоже нельзя. Я здесь остановилась.
получается. Здесь. Ну это вряд ли. Ну это тоже не перекресток, когда прилегающая территория, да, скорее всего. Если не уверена, вот светофор перекресток проехал. Угу.